пятом роддоме на Маршала Говорова станет проще оценивать состояние плода в период внутриутробного развития. Чиновники передали медучреждению два фетальных монитора. Такое оборудование позволяет контролировать сердечный ритм плода и наблюдать за здоровьем будущих мам, а также вовремя заметить любые патологии и отклонения, возникающие во время беременности. Данное оборудование современное. У нас есть такое оборудование, оно уже немножко устаревшее, технический прогресс идет вперед. Приобретенные нам потребуется еще порядка 4 таких аппаратов для того, чтобы в каждой нашей больнице, в каждой палате данного роддома, в родовой палате был такой прибор. Фетальный монитор сейчас по-современному, по обязательному порядку поступает женщина на роды, одевается монитор, лента одевается, ставятся датчики. Два датчика на шевеление плода, движение плода и сердцебиение плода. И мы управляем этим процессом. Вот они как раз нужны. Кроме фетальных мониторов, роддому также передали аппарат для вентиляции легких и холодильник для лекарств. Стоимость приобретенного оборудования составляет 400 тысяч гривен. 205 из них были собраны на ежегодной благотворительной рождественской дипломатической ярмарке. Остальную сумму выделила компания по оснащению медцентров современным оборудованием.